Губернатор подготовил заявление для тех, кто на предыдущей неделе активно провожал его на покой. 25 сентября «Коммерсант» опубликовал список регионов, где возможны кадровые перемены. В их число попала и Ивановская область, соответственно, и Павел Коньков. Новость была растиражирована средствами массовой информации. Всего же, по информации «Коммерсанта», ожидается порядка 10 отставок. И действительно, в 4 субъектах на минувшей неделе главы сменились. Администрация президента пояснила, что это процесс вполне естественный. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин продолжит заниматься региональной проблематикой, косвенно подтвердив, что 4 губернаторами дело не ограничится. Павел Коньков признает отставку только в официальном порядке и всем злопыхателям предлагает заняться своим делом, а не распространением слухов. Некоторым горячим головам, которые на фоне информационной волны здесь, в регионе, пытались нагнетать обстановку, посоветовал бы сосредоточиться на своей работе, на решении профессиональных задач во благо жителей области и региона в целом. Это в любом случае было бы продуктивно.